Всем привет! Сегодня будет то видео, которого вы так долго ждали. Я вам покажу, как я даю сигналы. Смотрите, перед тем, как я даю сигналы, я проанализирую рынок, выставлю себе нужные уровни сопротивления по теханализу, и тогда уже перелистываю графики и ищу нужную позицию. Смотрите, я копирую название валютной пары, евро-австралиец, захожу в ВК, публикую пост, пишу вниз 5 минут, проверяю нужную позицию, публикую сигнал, и только после этого я сам уже захожу в сделку. Выставляю 5 минут, захожу на 40 тысяч на понижение, видите, заключаю сделки частями. У нас хорошая позиция для входа. И я еще раз заключаю на 10 тысяч на понижение. Как я вам и говорил, заключайте частями, чтобы себя обезопасить. Я анализирую новости, анализирую все коридоры, выставляю нужные уровни, выставляю нужные валютные пары, чтобы был там большой процент. И только после этого уже их пролистываю и даю сигналы. Итак, смотрите, у нас здесь отличная ситуация, нисходящий скальпинг. От верхней точки мы зашли на понижение. Все сделки закрываются в плюс. Здесь я делаю скрин. Копирую. Скрин делаю программой LightShot. Редактирую запись. Все сделки закрываются в плюс. И публикую пост. Здесь, понятное дело, чистейший сигнал, ну и у всех людей плюс. Итак, переходим дальше. Отличная у нас позиция, я пишу, что работаем дальше с этим коридором. Вот так вот я копирую запись. Теперь видите, здесь нам нужно дождаться отличной позиции для входа. Выставляю 2 минуты, потому что 2 минуты здесь будет достаточно. Пишу вниз 2 минуты. И вот теперь осталось дождаться нужную позицию. Здесь я перематываю видео. Вот. Хорошая позиция. Пишу, обязательно пишу на пике. Публикую пост и только после этого сам захожу в сигнал. Захожу на 10 тысяч на понижение. Сигнал отличный. Чистейший плюс. Где бы вы ни зашли, были бы в плюсе. Опять делаю скрин. Видите, когда делаю скрин, эта программа замораживает экран. Копирую. Редактирую, вставляю. У всех плюс. Итак, следующий сигнал. Здесь я рисую дополнительный уровень сопротивления. График как раз в нужной позиции для входа. Копирую название валютной пары, видите, 90% у VIP-трейдеров. Пишу вниз 3 минуты. Позиция для входа отличная, публикую сигнал. Захожу на 3 минуты на понижение на 10 тысяч. И еще раз заключаю на 10 тысяч на понижение. Опять чистейший плюс. Опять делаю скрин. И публикую запись. Напоминаю, что рынок я уже проанализировал. Сейчас мы очень часто начали торговать по новостям, потому что рынок не поддается анализу, если очень много новостей. Видите, здесь я публикую последний пост и принимаю решение на трех шикарных сигналах закончить торговлю.
все пишут свои результаты. Кто-то думает, что вот это вот я нагоняю фейков, что я вот создаю 1000 фейков, сам пишу себе хвалебные вот эти вот комментарии, люди, ну что за бред? Ну вы сами видите, что все сигналы в плюс. Зачем мне создавать фейков? Пойду за хлебом, написал человек, видите, плюс 163, потому что у всех разный депозит, для кого-то плюс 200 это нормально, потому что у него депозит 500, а для кого-то $100 нормально, потому что у него депозит, например, $1000. Так что вот такая вот ситуация. Итак, за концовку у меня получилось заработать 65 тысяч рублей. Смотрите, есть валютная пара, есть дата, есть время. Народ, проверяйте у себя эти сделки. У меня часовой пояс плюс 2, у меня 16.30. Если у вас, например, часовой пояс будет плюс 5, нужно добавить 3 часа. И берите и проверяйте у себя эти сделки. И все сомнения у вас отпадут, были ли такие сделки. Дальше. У меня только одна оригинальная страница. Смотрите, InStarder. Именно страница Тарас Мартынюк. Есть страница, с которой я еще даю сигналы, она совсем называется по-другому, другое там имя. Оригинальная страница Тарас Мартынюк, запомните, только одна. Все остальное фейки. По поводу фейков, я никогда не беру счета на раскрутку. Никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, ни под какими предлогами. Я никогда не пишу первым, я никогда не добавляюсь в друзья, я никогда не прошу ни у кого денег, я наоборот сам даю деньги людям. Мы проводим конкурсы, понимаете? То есть только одна оригинальная страница, проверяйте это. Чтобы проверить, у меня все оригинальные страницы в описании моего видео. Всегда это проверяйте, все остальное фейки. Вот, оригинальная группа называется InStarting. Все оригинальное теперь с этого момента будет называться только InStarting. YouTube, Instagram, что там еще, ВК, все будет называться InStarting. Ежедневно я разыгрываю 500 рублей в открытой и закрытой группе. Ничего делать не нужно, если вы в закрытой группе. Вы автоматически участвуете в розыгрыше, то есть вы просто вступили и все. И вы уже участник розыгрыша. В открытой группе нужно делать репост. Такое есть только в моей закрытой группе и в открытой группе. Такой вот я приятный бонус сделал для своих подписчиков. Чтобы попасть в закрытую группу, достаточно написать в сообщение этого сообщества «Прими в команду». Написать только в сообщение этого сообщества. Не в комментарии, не в личку, не в какие-то другие сообщества. Только в сообщение этого сообщества. Вход в группу абсолютно бесплатный, народ. За вход с вас я денег не беру. Вы мне ничего не платите. Но для этого вы должны быть моим партнером. Я это уже объяснял. Это мой бизнес. Хорошо мне, хорошо вам. Все зарабатывают. И помните, что мы с вами одна команда и дальше только лучше. Подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк этому видео, спасибо вам за поддержку, всем удачной торговли, всем пока!